19 дворов благоустроено в Автозаводском районе по программе формирования комфортной городской среды. В честь завершения работ на улице Дьяконова состоялся праздник двора. Теперь придомовая территория выглядит совсем иначе. Выполнено расширение проездов, отремонтировано дорожное покрытие, входные группы, установлен новый бордюрный камень, скамейки, урны. Кроме того, по программе 100 детских площадок мэра Владимира Панова во дворе установлен новый детский игровой комплекс. Местные жители уже оценили качество благоустройства.